bueno, tenga. Paso bien. Это высшие заслуги. Сейчас это действующий спортсмен сборной, профессиональной сборной Украины. Армен Варданян проходит отбор в Бразилию. Рио-де-Жанейро, Олимпийские игры состоятся в 2016 году. Ключевой этап пройдет в сентябре месяце, когда Армен Варданян, в принципе, готовится, где ему нужно выбить лицензию на Олимпиаду. То есть это спортсмен самого высокого класса. Paradise, every time she closes.